Вы живете в многоквартирном доме. Вы являетесь собственником помещений в доме. Тогда вы должны знать, что в доме есть не только принадлежащие вам помещения, но и общее имущество. Лестничные площадки и лестницы, лифты и коридоры, технические этажи и чердаки, подвалы и крыши, любое оборудование, которое обслуживает больше одного помещения, и даже земельный участок, на котором расположен ваш дом, все это находится в долевом владении всех собственников помещений многоквартирного дома, то есть вас и всех ваших соседей. И значит, его можно использовать сообща. На последнем правлении членов товарищества собственников жилья, значит, мы приняли к обсуждению документ, который создавали самостоятельно, своими силами. Документ назвали так: «Регламент по предоставлению в использование либо в аренду части общедомового имущества». В этом году мы хотим вынести это на обсуждение общего собрания. И у нас есть привлекательные, на мой взгляд, даже помещения. У нас есть и технические помещения, части кровли для установки антенн, тех же самых, или оборудования, допустим, кабельного телевидения, провайдеров, то есть для размещения рекламы, соответственно, вывесок. Деньги расходуются исключительно на уставную деятельность товарищества собственников жилья, также по решению собрания. Как правило, мы вот устраиваем детские праздники на них, поздравляем наших ветеранов, то есть, ну, такие какие-то мероприятия проводим. Аналогичный механизм использования общего имущества действует для многоквартирных домов, находящихся в управлении управляющих организаций. Куда пойдут полученные за использование той или другой части общего имущества деньги, решает общее собрание собственников помещений. Прибыль от использования подвала или чердака, технического помещения или придомовой территории должна быть направлена на общие цели. Мы в ответе за дом, в котором живем.